был вечер, делать было нечего. Они просили мне сыграть в бильярд. Взяв последний столик, выбрав русский столик, поначалу был я очень рад. А в уголке сидели местные каталы, искоса смотрели на меня, и изрядно насосавшись, смелости набравшись, с одним из них решил сразиться я. Сейчас подразойдемся и по недорогу сведемся. Рублей не больше, чем по 25. И как довольный пончик, на припудрив кончик, шагаю пирамиду разбивать. Дедулька дурку гонит, на куш меня выводит, хексует и косит под лоха, все объясняя пьянкой, слил три американки. Актер дедуля, в общем, хоть куда. Партнер мой мрачный.